Приветствую вас, друзья! Буквально вчера мне пришла идея создать бьюти-бокс. Свой бьюти-бокс, потому что каждый бренд, магазины, повсеместно все создают бьюти-бокс. Это такая классная тема. В чем фишка? Это такая некая коробочка красоты, которая реально притягивает, манит себя. Никто не знает, какое в ней наполнение. И очень интересно, и даже там бьюти-блогеры создают свою коробку красоты. Очень важно то, что там собраны самые классные ходовые продукты, какие-то новиночки. И бьюти-боксом покупать намного выгоднее, нежели вы покупаете продукты поодиночке. Да, и в этот раз, не знаю, получится мне или нет, поддержите, если вам это интересная идея, тогда я буду создавать подобные бьюти-боксы. То есть, пересматривая 15-й каталог, несколько раз перешерстя, я создала свой бьюти-бокс, и здесь коробочка красоты ровно на 50 баллов. Вы наверняка знаете почему, потому что если вы покупаете как новичок продукцию на 50 бонус-баллов, то вы получаете еще легендарную тушь 5 в 1 в подарок. Кроме того, участвуете во множествах акций и... Естественно, эта коробочка символична. Почему? Потому что вы получаете заказ в обычной картонной упаковке. Хотите, вы можете там 200-300 рублей переплачивать за коробочку. Я считаю, что это тоже не нужно. И плюс у вас будет красивый стильный пакет. Вот, что же в этой коробочке? Вот такой шикарный бьюти-бокс будет стоить 2151 рубль. Это 16 предметов. Гель интимной гигиены, шампунь, кондиционер, маска черная. Будет здесь очищающее средство, оно придет так же, как и мыло, молоко и мед. Тканевая маска Novage, пробник крема Novage, туалетная вода, пробник помады, румяна, устойчивая тональная основа, тушь 5 в 1, консилер, матовая помада. И если вы новичок, еще плюсом одна тушь 5 в 1 пойдет в подарок вам. Ну как вам такой наборчик? Коробочку я собрала так, чтобы в ней были все продукты. Это уход за лицом, за телом, за волосами, маски, декоративная косметика. Эта коробочка будет стоить 2151 рубль, но если вы скажете, я не хочу, мне проще, когда мне консультанты приносят, тогда она вам обойдется на 600 рублей дороже, 2758 рублей. Набор по каталогу стоит 5413 рублей. Если вы новичок, то, во-первых, за набор 50 баллов тушь 5 в 1 в подарок, она стоит 500 рублей, 149 рублей регистрация бесплатная, плюс доставка бесплатная, это около 100 рублей. Ценность его около 6000. Так, в этой коробочке 16 продуктов, 13 полноразмерных и 3 пробника продуктов, которые идут со скидкой в следующем каталоге. Тут продукты. Единственное, что здесь 2 продукта, которые я сейчас жду с поставкой, они придут, и я их заменю. Что это? Первое, чего мы начинаем, это, конечно же, моем голову. И продукты, которые все любят. Это самые, наверное, продаваемые шампунь-кондиционер, молоко и мед для нормальных сухих волос. Они чудесно восстанавливают волосы. Также мне придет молоко и мед мыло. И я заменю и сфотографирую. То есть вот эти 3 продукта. Раз. Гель для душа, он же гель для интима, он же... потрясающе смывает косметику, также им мыли голову, использовали в хозяйстве, корова мыли вымя. В общем, оно такое универсальное, но вообще это гель для интимной гигиены, тоже один из самых продаваемых и любимых продуктов с молочной кислотой, одобрен гинекологами, pH все соблюдено, очень-очень крутой. Следующий продукт – это очищающее тонизирующее средство 50 мл, вот такая же упаковочка, но это другой продукт, я искала у себя, мне кажется, я уже затарилась этим продуктом, ого-го как. И представляете, делала заказ, написала себе прям вот восклицательным жирным знаком и забыла. Тоже мне очень нравится, например, куда-то я еду в поездку, всегда этот продукт беру, очищение, да, чтобы не полноразмерку брать, мне нравится, а какой безумный классный аромат. После того, как мы очистили лицо, мы делаем с вами
маску, черную маску. Маска, пленка, она взорвала весь Инстаграм. Она практически все известные бренды ее делают. И вау, когда она вышла в Арифлейм, на второй день уже не было. Третий, по полной стоимости не было. И я сейчас переживала, есть ли эта маска на складе. Да, она появилась, но буквально несколько дней, и она исчезнет. И вот особенности бьюти-бокса, я потом на сайте полностью описание каждого продукта напишу, да, состав, вы можете варьировать, потому что здесь есть еще небольшие оттенки, например, помад, вы можете заменить на ту помаду, которая вам идет, но я рекомендую самую ходовую, самую популярную. После того, как мы подготовили наше лицо, я рекомендую, конечно же, вам сделать уход за лицом, тот, который вы используете, но у вас будет лежать пробник, это крем Novage. Весь набор приходит вот в такой упаковке. Конечно же, я рекомендую вам не просто попробовать один крем, а заказать дополнительно к бьюти-боксу набор. Это здесь 5 средств серии Novage. Понимаете как? Вот когда говорят слово Reflame, вспоминают там тушь 5 в одном, какая-то, может, декоративная косметика, шампуньки, гельки. Нет, самые продаваемые продукты в Reflame – это Novage и это Wellness. Это самые эффективные серии. У нас есть как для женщин, так и для мужчин. Серия 35+, 40+, есть 45+, и 25+. То есть вы покупаете любой набор и пробуете. После того, как вы сделали уход, следом у нас идет что? У нас идет тональный крем. Первое, мы наносим консилер под глаза. Раз. Это мой любимейший консилер. Я вам рекомендую заказать сразу 2 оттенка, потому что сначала вот был сейчас проект с Гуар, Тюнинг с Гуар, она носила сначала темный консилер, тональный крем, а потом светлый консилер, осветляла, и я поняла, что это реальная фишка. Я вам кладу светлый консилер, чтобы вы там упростили себе жизнь. И дальше у нас идет со скидкой. Тональная основа 24 часа стойкости, очень крутая, подберу средний оттенок, слоновую кость, но вы также можете себе потом изменить оттенок чуть светлее, чуть темнее. Это румяна Color Box, прошу не игнорировать их, почему я положила, потому что это наикрутейшие румяна, вот такой оттенок. Они невероятно похожи по оттенку с румянами MAC, которые стоят около 3000. Когда у нас в Oriflame были только шариковые румяна и не было палетки для контуринга, я реально страдала. А румянами вы делаете лифтинг-эффект, когда просто протягиваете их. Тоже в макияже с Гуар я показывала их. В комплект также входит тушь, но если вы новичок и покупаете вот такой набор, то еще одна тушь, то есть у вас 2 туши 5 в одном будут в подарок. Вы можете ее также кому-то подарить или в себе. Завершает макияж жидкая матовая помада. Формула, она мне понравилась. Матовая трансформируется и становится матовой, мягкой, бархатной. Мне она очень понравилась. Специальному обозревателю мне пришел вот этот оттенок, называется цветущий пион. Он мне очень подошел, и не зря компания рекомендует нам какой-то оттенок такой, который всем-всем-всем подойдет, поэтому в Beauty Box я вложила именно этот тон. Новую матовую помаду из линейки One Color. У меня оттенок вот такой, нюд, но вы можете заказать себе тот оттенок, который нужен вам. Она стоит всего лишь 129 рублей. Завершает наш образ вот такая роскошная парфюмерная вода Giordani Gold Essence. Это мой наилюбимейший аромат, которым пользуюсь уже несколько лет. И самое большое количество комплиментов мне сделали мужчины именно, когда у меня был нанесен этот аромат. Они все спрашивали, что это? И вот это Oriflame? Точно Oriflame? Поэтому в бьюти-боксе будет такой пробник этого аромата, но я думаю, что вам понравилось наполнение этого бьюти-бокса за 2000 с копейками, ценность его около 6000.
И в 16-м каталоге, если вы также приобретаете Beauty Box, а у меня будет особенно, я уже начала смотреть его наполнение, если вы новичок, делайте заказ 50 баллов в текущем каталоге, это этот Beauty Box, 50 баллов в следующем каталоге, также второй Beauty Box, вы получаете этот аромат 2800 рублей в подарок. Вечером перед сном вы сделаете вот такую замечательную маску серии Novage. Это наша лучшая серия на 15 минут. Это разглаживающая маска. Есть вот такой набор Beauty Box, вам понравился. Он будет стоить вам чуть больше 2000 рублей, а стоимость набора около 6000. Но это еще не все. Как новичок, вы участвуете в розыгрыше 300 смартфонов, 60 ноутбуков, 2 стильных автомобилей и 6 денежных призов 50 тысяч рублей на Красное либо Черное море. Также это еще не все. Рекомендую вот такой бьюти-бокс своим знакомым. Рассказывая о нем, вы будете еще получать подарки. Во-первых, это гарантированный подарок. Сейчас я вам покажу. Я уже получила столько подарков за новичков. А вон мой новичок играет. Мой котик. Вы получите один из 8 гарантированных подарков. Давайте я покажу свои подарки, которые получала за новичков. Во-первых, вот такой клатч. Я загнула пакетик. На стильные ручки, красное и черное. Можно также отстегивать. Прикольно смотрится вместе. Кстати, как под красную помаду, да? Сумочка, я хочу вот такую сумочку. Большая сумка. Крем, гель для душа, палитра для бровей. Помада вот такого оттенка, летняя вода и это тушь 5 в 1. За одного человека, кто покупает вот такой beauty box, вы получите сразу 6 продуктов. Подарок номер 5. Это шампунь, кондиционер, молоко и мед. Это легендарные румяна Giordani Gold, парфюмерная вода, помада линейки Giordani. Тоже за одного человека, кто купит вот такой beauty box. Подарок номер 6. Летняя вода, помада, тушь 5 в 1 и лак для ногтей. Так, 7-8, не буду рассказывать, достала только тушь. Не все, это не все. Каждую неделю у нас 50 смартфонов, 10 ноутбуков, 2 поездки на Красно-Черное море и 2 машины. Красненькая или черненькая. Ребята, у меня в команде уже выиграно 3 смартфона. Помнитесь нашим членам семьи, это Бусинка, Бусинка Мяу. Хочет в подарок вот такой вот beauty box. Что нужно будет сделать? Во-первых, нужно будет сделать скрин этого набора. Будет ссылка под описанием в инстаграме, в профиле. Нужно просто сделать, сфотографировать. Во-вторых, нужно будет разместить хэштег. Пост с хэштегом Басюк рекомендует. Во-вторых, хэштег хочу beauty box от Басюк. В-четвертых, нужно будет указать ссылочку на мой профиль в Instagram. И в-пятых, нужно будет отметить 3 подруг, чтобы они также знали об этом замечательном наборе. Все подробности будут в описании, в комментариях. Кто хочет такой наборчик Beauty Box от Басюк, еще раз вам покажу. 16 предметов стоимостью около 6000 рублей. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч, потому что у нас с вами будет 16-й предновогодний бьюти-бокс.